Оскар Ильясов, ваши аплодисменты! Приветствую. Давайте еще раз поаплодируем. Оскар Ильясов. Великолепнейший актер. Так, спасибо. Сразу вопрос. Какие ожидания сегодняшнего батла? Ну, такое расслабленное кресло, что ожидания меняются. Меняются? Да. Хочется отдохнуть, посмеяться. Вот. One Line Battle – это шутки в одну строку. Ведущий говорит начало шутки, комики предлагают свои варианты концовок. Дасхат Эбитанов, Бажан Камулбаев, Алдияр Сейиткалиев, Улыхан Райсханов, Айда Саумбаева и Джамбул Кульди. Самая раздражающая фраза от родителей. От телевизора подальше сядь. На флешку закинь песни казахские вот эти. Установи WhatsApp. На кнопочный телефон еще. Доча, я с телефона удалила интернет. Да. Джамбульчик, а что ты не присмотришься к Махпалу? Вот хорошая девочка. Я тебя рожала, я лучше знаю. Странные у вас с батей отношения. Делай, что хочешь. Тихо, гороскоп идет. Мы не твои родители. Ну, чуть-чуть подбешивает, да, тебя? Ну, Назарбаев все-таки хороший президент был. Неожиданная фраза девственника после первого секса. Надо теперь с девчонкой попробовать. Надо теперь вдвоем попробовать. Да, я угораю, это второй секс. Неожиданная фраза девственника после первого секса. Кому, как не тебе это знать. Что за реакция неоднозначная сейчас была? Я, блядь, женат, нахуй. Неожиданная фраза девственника после первого секса. Рахмет тате. Какой популярный фильм чисто по названию мог бы быть про казахстанскую коррупцию? Брат. Один плюс один. Шал. Мне кажется, ты кого-то конкретного имел в виду. Спи. Что нельзя сказать своей девушке, но можно сказать другу? Я устал. Куп сөйлемеш заебал. А что, девушке нет духу? Не хватает сказать? Что нельзя сказать своей девушке, но можно сказать другу? Подрочить тебе? Я сейчас всех друзей Бржана вспоминаю. Они почему-то улыбаются всегда. Я же женат, по идее. Название популярного фильма, подходящее и к порнофильму. Брат. А я говорю, что сразу видны предпочтения в порнофильмах. Омерзительная восьмерка. Челюсти. Это про очень взрослых женщин?
Ну да, мне видней. Название популярного фильма, подходящее к порнофильму. «Годзилла не против Кинг-Конга». Какую фразу никогда не слышала стриптизерша? «Горжусь своей дочерью, сама зарабатывает, молодец». «Мейнунг кызым». Можно в рассрочку на 3 месяца, пожалуйста? «Казахша биле». «Я вас в Каганате не видел?» «Вы так на мою маму похожи». «Вы так на моего папу похожи». «Есть еще родственники у кого?» «А пожарные тут тоже, да, спускаются?» Фраза, которую странно говорит сексуальным голосом. «Эй, ты, я тебе челюсть сломаю». «Виновен, срок пожизненный». Оскар, если у тебя есть варианты, то ты тоже можешь вклиниваться. Окей. Фраза, которую странно говорить сексуальным голосом. Вау, я, кажется, блеванул. То есть, Кар, ты не уверен, не сильно следишь за процессом. Есть у меня фраза. Ну, давай попробуем. Фраза, которую странно говорит сексуальным голосом. «Не стоит температурить Джеки Чан». «Эти дети не от тебя». «У меня не стоит». Я сильно надеюсь, что это заявление чисто в онлайн-баттле. Иначе непонятно, как ты женился. Көтіңді айрам. Ну, в целом, как будто подходит. Казахша сөйле. Как тебе такое, Илон Маск? Жумасын ба? Давайте поаплодируем для начала комикам. Бурные аплодисменты участникам онлайн-баттла. А теперь непосредственно хотелось бы, Оскар, спросить, кто из участников онлайн-баттла, по твоему мнению, был самый смешной, самый лучший, одним словом, победитель сегодняшнего баттла? Мне показалось, что победителем сегодняшнего баттла, то есть самым смешным, самыми смешными ответами, был Джамбул. Ваши аплодисменты, Джамбул Кульдеев сегодня побеждает в онлайн-баттле и получает сертификат на бесплатный тур в санаторий Сарыағаш. Ваши аплодисменты. А теперь хотелось бы обратиться к тем, кто смотрит нас через экраны. Вы тоже можете поучаствовать в этом шоу в комментариях, если добьете следующую шутку. Худшие слова поддержки, когда тебя бросили. Свои варианты пишите под этим видео.